Глава региона вместе со своими заместителями, руководителями краевых департаментов и мэром Сочи обошел самые проблемные участки курорта. В их числе улица Орджоникидзе, где идет модернизация теплотрассы. Строители отстали от графика. Рассказывают, много времени занимают согласованием. Под землей проходит множество коммуникаций. Александр Ткачев потребовал ускориться и при необходимости привлечь еще рабочих. Сейчас здесь у нас полная мобилизация именно на этом участке. Чтобы отсюда уйти, прекрасно понимаю, что магистральная трасса. Удвоить нужны объемы, количество строителей, и технику и так далее. Круглосуточно идет работа реально здесь на участке. Контроль за стороной. Погода вам позволяет это делать. Протяженность теплотрассы почти 7 километров. Реконструкция идет несколько месяцев. Из-за этого перекрыта улица Орджоникидзе, дублер курортного проспекта. Александр Ткачев отметил, что сроки окончания работ должны быть скорректированы, чтобы горожане и гости Сочи не стояли часами в пробках. Сядьте, нарисуйте график, дорожную карту. Выполнение и передачи дорожникам и городу этого объема. И, так сказать, и все, и больше никаких движек. Если один день на штрафные санкции, вплоть до судебных и не только. Орджоникидзе откроют для движения транспорта уже завтра по требованию губернатора. Александр Ткачев обошел большую часть города пешком. Остановился напротив городской администрации, где предложил мэру вместо пальмы оборудовать большой фонтан. По дороге с Анатолием Пахомовым губернатор обсудил планы по реконструкции набережной реки Сочи. Из центра курорта губернатор отправился в Адлер. По пути проехал по новому участку Сочинской объездной. Дополнительные 2 километра обхода города свяжут объездную дорогу с курортным проспектом и дублером курортного проспекта. Трассу построили с учетом горного рельефа. Откроют новый проход уже в конце этой недели. Сейчас на шоссе ведутся работы по благоустройству придорожной территории. Как заверили Александра Ткачева, дополнительный съезд на курортный проспект в Хостинском районе поможет избавить центральную магистраль от пробок. Как только мы через 3 дня откроем движение вот этого куска 3,5 километра, который объединяет объездную дорогу дублер с городом, практически это кровеносный сосуд, который очень важен для города, что простится? Весь транспорт, который выходит сегодня из Бытхи и поэтому, значит, проблему создает, он уйдет на дорогу обход. После Александр Ткачев посмотрел, как в Адлерском районе идет строительство храма нерукотворного образа Христа Спасителя. По проекту рядом планируется построить еще фонтан. В культурно-исторический центр входит целый комплекс зданий. Здесь появится приют на 60 мест, двухэтажный конференц-зал, где планируется проводить богословские научные конференции, музей истории христианства. За возведение объекта отвечает край. Выполнено в пределах 70-75% сегодня. Вот объекта у нас в ноябре месяце. Сейчас идет некоторая корректировка проекта. Ну, в общем-то, идем в графике. Подрядчик здесь, в общем-то, ни разу не срывал. И считаю, что мы ведем все вовремя. Новую православную святыню возводят в непосредственной близости от Олимпийского парка. Через 3 дня начнется роспись храма в вознецовском стиле. Ее выполнят лучшие мастера России из Московского государственного художественного института имени Сурикова. Изначально место для строительства храма выбрали не случайно. В 2010 году в Меретинской низменности археологи РАН обнаружили останки древнего византийского храма 9 века. Его камни заложили в основание новой церкви. По итогам объезда Александр Ткачев провел краевой штаб, на котором обсуждали уже не только вопросы благоустройства центра Сочи. Отдельно говорили о готовности Олимпийского парка к приему гостей. В сентябре здесь впервые пройдет международный экономический форум. Как отметила Александр Ткачев, это будет своеобразная генеральная репетиция перед Олимпиадой. Участников и гостей одна из главных инвестиционных площадок страны должна встретить полностью благоустроенной. Сейчас там заканчиваются работы по озеленению и освещению. В дни форума примет первых пассажиров железнодорожная станция Олимпийский парк, а в прибрежной части Меретинки к осени появится променад. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.